Село Буджак Камратского района скоро подключат к централизованной канализации, а его жители забудут о том, как выносили нечистоты ведрами или сливали их в сточные ямы. Прокладку сети начали еще в позапрошлом году. Уже провели 4 километра труб, установили очистную систему. В нынешнем увеличили мощность сооружений на 50 кубометров. Теперь они могут работать в полную силу. Протяженность канализационных сетей 7 километров у нас получается. И вот мы приняли решение в прошлом году, провели тендер. Ребята работают добросовестно, никаких проблем нет. В связи с тем, что идут проливные дожди, последние полторы-две недели ребята никак не могут работать, потому что сами видите, что какая ситуация сегодня с погодой. А эти виды работ неудобно выполнять, потому что в грязи все получается. Строительство канализационных сетей началось полтора месяца назад. Сейчас мы прокладываем канализацию магистраль на данный момент. И этап у нас где-то 70% выполнен. Мы успеваем, а погода такая, то дождь, то солнце, как бы чуть-чуть не успеваем, но надеюсь, мы успеем. Больше всего современным удобством радуются местные жители. Вот на дорогу пускаем воду, потому что некуда. Вся дорога грязь только. Очень хорошо это, что канализация, потому что у нас подвалы везде полные водой. Не можно даже. Это очень хорошо, да, спасибо. Pentru oameni este un avantaj foarte mare. Trăind aici, la marginea orașului, este destul de avantajos și benefic pentru oameni. Стоимость проекта по прокладке в Буджаке канализационных сетей составляет 6 миллионов 700 тысяч леев. Часть денег перечислена из государственной казны. Остальную сумму выделили из бюджета села.